них была линия такая, знаешь, просевшая. И не верил он в то, что они будут делать фраги, возможно. О, красота, Фезер, ну как же он играет? Если еще убежит, это будет вообще next level. Primal Beast здесь, да, убегает. Как красиво. Развеливый смог, будет еще и контратака. Нападение на Нину здесь, под ультипца. Дэмэджа много залетает, убили одного из саппортов. Проигла преследует Таталова, но вроде как выживает, в очередной раз спасает Травала. Но есть Black Hole, поэтому дамить очень-очень опасно. Тут Мэра стоит в кустах, Мэйн Миднайт Пульс под себя. Black Hole сумеет ли как-то закастовать, убить. Ведь Рубика можно и попытаться, но погиб уже Дазл, никакого сейва не будет. Black Hole здесь дать явно не выйдет. Минус два героя уже. Ватсону тоже проблематично стоять даже под своей Т1 вышкой. Т2, прошу прощения, же оттуда. Но это читают. Фезер подставляется, кстати говоря. Но есть уже блинк, поэтому выживает. Даже Ватсон не пытался через реалити рифт его цепануть. Ну и вроде как ДК Фога сможет ворваться, но у него, смотри, БКБ в КД там 10 секунд буквально. Понимает Хэрри, что там вард стоит, не хотят особо туда комиссии, хотя нет, идут. Идут набрать. Как же подцепили жестко, ты посмотри. И Ватсон вне позиции, Ватсону очень больно. Неужели он погибнет так на халяву? Спасает его Грейвен, но сам Дазл поплатился за это своей жизнью. Никуда отсюда Киот Снайт не уйдет. Попытка побега от тиммейта, проебал на пути. Забирает еще и Рубика. Все круто, откидывается станом. И Никому Black Hole здесь может попытаться как-то кастануть, кстати. Под Рейбла прыгнуть в четверых, я не знаю. Но, наверное, нет. И Никма просто отходит назад. Рейблу бежать не получится. Все-таки БКБ уже в кулдауне. Хэр меня просто... Дорогие друзья, это дубль 3, по всей видимости. На той же позиции, в том же лесу, будет драка, но на сей раз хотя бы в смоке. Хотя бы в смоке, то есть их не видно. Там H2 первый, смотри. И если вы убить, это, конечно, приятно, но тумба поставлена. Это отлично, Primal Beast готов прорваться. Блядь, герой там Black Hole одного героя, правда, залетает. ДК Фогас все втанчил, живет пока что, но его однозначно заберут вместе с Рубеном. Там под горячую руку попал еще и Undying, но пока что шедет, что посмотри. Просто влетел 5 героев, он живет. Еще убивает, вон не разлетает. БКБ передумал. Ну, БКБ тоже здесь жестко, чтобы лететь вперед, чтобы тебя так просто не забирали. Мы видим, что Гилгер уже прыгает там на километр другой. Можно, кстати, встретиться с оппонентами сейчас на нижней линии. Сейчас будет 5 на 5. Файфмен Дота началась у нас. Рейбл, кстати, первым номером. Мэйра готов прыгать. Встречает H2. Нужна здесь Томба. Томба уставить не успевает. Правил Бис влетает неплохо по двум героям. Как же больно здесь Рейбл. Ты просто посмотри. Ну там и Гида без смерти. Однако ему довольно неприятно стоять под нимусом. Рейбл выживает. Че раздает урона. Да ладно. Падает еще один герой. Минус два на ровном месте. Пытается выживать кое-как Primal Beast. Но эту драку уже не выиграть. Сайберка там еще и Рубик байбекнулся. Вот тебе и Рубик против Энигмы. Ни разу не нажал Black Hole толком. Украл один. Кажется, ему Рейбл должен посоветовать. Потому что Рейбл, он шарит за билды, как мы видим. Любитель купить что-то неординарное, но очень импактное. Нужна Буриза для Вивера, чтобы носить какой-то урон. Появился проседает. Да, Рашан есть, а вот за него, возможно, ключевая драка. Здесь идеальный Грейв. Black Hole, да ладно, куда Майера? В самой важной драке просто Black Hole в землю. И падает он без байбека. Вылетает на Кафокус, правда, это была иллюзия. Рейбла преследует до Талова. Здесь, возможно, заберут как раз таки Лину, но она отбегает. Ватсон дерется один против всех и краденый Black Hole от Фезера по двоим. Боже ты мой, то о чем мы говорили, Рубик просто солит эту драку. Но Ватсон какой же живучий, перед смертью здесь, правда, без маны, но на этой руне можно и до базы дойти спокойно. У него травела есть, чекая, да, рефреш у него имеется. Рубик с ГПМом бегает. По левелу, правда, пока что просадочка. Может, кого-то сейчас увидит. Под конец Аис хотелось бы наказать нападение на Гилгира. Это вроде как хорошо, не дают ему нажать БКБ. 50 секунд без Марси. Ну слушай, под такую наглость, под две катапы можно попытаться зайти. Там, правда, имеется гриф у сил Рейден, поэтому они нажмут. И, по-моему, Киот Снайт, да, позиции. Да, он сбоку готов прыгать туда. Блокол идеально, если чем украсть. Рубик украл или нет, по-моему, не получилось это сделать. И пал Бивер без байбека на 100 секунд. Фетер тоже ловит его. Это будет минус 3 камбэчная от Гилрейзерс очередная. Ой, Фезер, у тебя же был... Его, видимо, решение командное, да, куда-то полететь. И сейчас тоже был такой интересный кол. Типа, там Дазл без бая, давайте попробуем нападем. Но Зевс был на респе вообще. Хорошо, что не матч, что валидол. Так так и есть, на самом деле. Это нижняя сетка, друзья, квала на International, извините меня. Но важнейший турнир в году. И, возможно, на этом важнейшем турнире не будет Primal Beast, потому что его наказывают за долю секунды. Тут же байбек от ДК Фокуса. Контр-инициация. Да, это круто, но есть байбек. И Лина умирает, Лина умирает. БКБ нажал Вивер, никто не улетает. Что, это еще один переворот или что происходит? Все Хэры умирают. Они прилетели. Да, Нима будет готов Black Hole закастовать, но Ватсон-то сбайвали? Нет, это самое интересное. Цикатор живет до сих пор. Сколько он здесь в...
все, решил. Undyne, кстати, все свои проблемы. Мы говорили, что H2 умирает до, как бы, Томбы. Сейчас он будет умирать, и Томба будет перезываться после его смерти. Качественно, качественно. Талант имеется. Здесь смачок, кстати, хороший. Ломать сторону просто. Вернее, не сторону, а последнюю вышку. Нападение от Ватсона. Подставляется Зепс. Вот он самый плотный герой, который погибает, тут же плавится. Ватсон может ломать вышки, потому что гриф скоро времени закончится. По идее, можно просто бить трон. Будут ли они его наказывать сейчас? Да, там фонтан бы люди, Блэкхол. Идеальный декапога все-таки без байбека. Жнец пытается сделать хоть что-то. Прыгает сюда. Там больно Гилгиру, но Дазл вносит массу импакта. Какие же от него захилы залетают? Рефрешер от Мейера, но у него уже нет маны. У него просто не хватает маны на то, что дать Блэкхол. Рейбл просто лупит. Трон. Осталось буквально пара тычек, это сбивает его, там куча топ-стоунов стоит, получится или нет. 2 тычки буквально, друзья, это Хэрбиш.